Всем доброго дня! Этот ролик записан специально для сайта MashMaster.ru и канала «Все о стиральных машинах». Сегодня поговорим о том, как постирать компрессионные чулки. Ну, скажу сразу, вот у меня тут приготовлены, значит, чулки компрессионные. То есть деталь это достаточно такая неприхотливая, то есть как бы стирать их можно совершенно спокойно с самыми обычными вещами, то есть порошком для цветных вещей. То есть естественно нельзя использовать какую-то такую агрессивную химию вроде отбеливатель там, либо еще что-то такое подобное. То есть просто обычным стиральным порошком стираем, забрасываем в барабан и никаких проблем. То есть желательно стирать при температуре не выше 30 градусов, для того, чтобы в процессе стирки ткань не пострадала. Ну давайте забросим, значит, эти чулки. Вот мы тут еще приготовили простынь тут старенькая. Значит, мешок с нижним бельем и полотенец. То есть самые обычные вещи, вместе с ними и будем стирать. Значит, закрываем барабан. Забыл сказать, что стираем мы в стиральной машине LG F1056MD. Значит, засыпаем порошок в отсек для основной стирки. Закрываем и включаем машинку. Значит, нам необходим режим быстро 30. Отжим стандартный, в нашем случае 800 оборотов, 1000 нет смысла ставить, 400 не отожмет как следует. И температура 30 градусов, подчеркиваю это обязательно, потому что чулки могут пострадать, если температура будет выше. Ну, может быть 40 градусов и ничего, но лучше не рисковать. 30 градусов будет оптимально. Все, запускаем стирку. И все, и можно ждать, когда... Значит, процесс завершится. То есть еще раз повторяю, то есть особенностей здесь никаких нет. То есть если на чулках есть какие-то там особые загрязнения, там зеленка, например, то их нужно заранее обрабатывать. То есть в зависимости от того, какое загрязнение, там нашатырем, солью, там либо, например, если в крови выпачканы компрессионные чулки, то лучше их сполоснуть сразу в холодной воде. Чем быстрее вы это сделаете, тем лучше, естественно, кровь отстирается. То есть если никаких особенных загрязнений нет, только пот, то стираем обычным стиральным порошком для стиральной машины автомат на режиме любом, только чтобы обеспечивалось полоскание и, значит, температура не выше 30 градусов. То есть вот таким вот образом. Если это видео было вам полезно, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и всего вам доброго!